А вон большие полосатые. Где ты нашла? Вон под волажом. Ну, я ж не засуну камеру под воду. Я не могу.
يلا يا ريس على الله. She was a wife of the Turk. Okay? She helped him to pass from the Turk. He had left for Shiva.
tempi fatto di pietra, ma le case erano fatte di interesse. Yes.
словах также, что здесь очень замечательная философия где-то, как говорят ученые. Открытый лотос, средний ряд, символизировал всегда в цивилизации первую жизнь. На рассвете лотос открывается, он закрывается. Поэтому таким образом фараоны говорили, первая жизнь, и она высокая, красивая, открытая, но кратковременная. Всего две рации тебя символизируют. А вторая вечная. А тайная открытая. 120 символизируют. Почти все входные колонны. Каждая из стороны. Понятно? Архив. Come gli egizi, come gli italiani hanno preso tutto. Come? Adesso aereo, aereo no. Forse prende prima questo di entrare, di entrare. Возле обелиска Тутмоса первого, отца царицы Хатшепсута. И это который составляет что? Деревянный пол. Что с ней вокруг дорога? Воду горячей поливали. Отсмуха от дерева. Медъёбнов на деревьях, на катках, дунила. Oh!
Вообще висит желтых. Скоро они это краснеют, потом они чернеют, становятся очень вкусными. Андрюш, сними харчевник, Андрюш. Да, как-нибудь там это. Давайте кто-нибудь гладьте его, пожалуйста. Да, еще один. Там двое. Да, вот. Кто тут самый смелый? Давай. Суп. Суп, да, вот мясо крокодил тоже вкусно. Ну, я не пробовал, но рассказывай. Не, не надо. Гад между рыбой и курицей. Да? Да. Лежит? Да, маленький. Один лазер, вторая лежит. А, тут такой. Каждому там по 5 килограммов рыб дают. Вот они маленькие были, я давно сюда приехал, приезжал, вообще был в отпуске, первый раз сюда приезжаю, вот 4 месяца назад. Ах ты! Что, вы местный? Ну, не голодный. Я даже наелся. А этот голодный. Ничего себе. Сейчас будут драться. Наверное, это сыт, а этот... Вот маленький еще. Это, наверное, самка. Да, его не пустят сюда. Все, я знаю. А это самец, да? Давай будем сыт раздумывать, да, именно драться будет. Боится. Я пойду. Так вы молодец, видите, как вообще ловят? Ага. А тот чего не ест, больной, что ли? Это наелся, наверное.
А, может быть, боится большого, да? Большой маленький. Да, только после того, как первые большие были. Какой вообще цветок большой бывает? Знаете, пройти. Скажи, будешь ребята? Что это большой большой бывает? Зубами его, зубами, зубами. А что не похоже? Они собираются зеленые. Спирт просто потом в теплицах, заворачивать в газетах, в одеялах. Потому что если спирт здесь, тогда надо их сочно съесть. Невозможно ставить никуда. А сколько лет вам растет? Кротика? Ну, вообще, растет 1 год, 2 года дает бананы. И все, потом большой вот умирает, выкопать надо его, а маленький вот возникает. Ну, закон природы, или закон жизни. Большой дает свою жизнь маленькому, как мат дает свою жизнь там большому. Один ходит к пророку Мухаммеду и говорит, я ношу мою маму на плечах, уже она болеет, не болеет там. Вообще не ходит, пора лечь ему. 10 лет ношу на плечах. Ведь я, наверное, уже все, обогатил долг. Как она мне носила 10 лет, я все, вот никак. Когда она тебе носила, вот как она тебе чего желала. Жизнь, смерть, это разные вещи, наверное. А здесь поливают сильно, да? Да. А что потом с вырубленными этими делают? Ну да. Не, ну это классно. Это да, если классно. Коли это кисень, он покажет, коли с бананом, смотри. А сколько проходит времени от вот, начала выгревания до конца такого периода? Вообще, год. О, как. Не, я понимаю, там дерево, а вот именно то. Вот зародил, слышишь, вот такую смысле разница.